Всем здорово, народ, с вами Рэпер Трейдер, и сегодня я для вас подготовил самое-самое полезное видео касательно бинарных опционов. В этом видео я расскажу те основные правила, без которых в трейдинге просто нельзя. Без этих правил вы не сможете стабильно зарабатывать на бинарных опционах. Это основа основ, так что досмотрите это видео до конца. Итак, первое правило. Первое правило – это стратегия. Без нее, народ, вообще нельзя. У вас должна быть одна четко выработанная стратегия, и по ней вы уже будете зарабатывать. Если вы будете метаться от одной стратегии к другой стратегии, ничего хорошего не получится. Можете, конечно же, тестировать на демо-счету разные стратегии, искать для себя, но вы должны ее найти и по ней зарабатывать. Я для себя, слава богу, нашел, прошел долгий путь, в трейдинге уже 4 года, и вообще не было результатов за 2 года, потому что я начинал. Тогда еще ничего не было, еще тогда начинались эти бинарные опционы, ни видео нормальных не было в интернете, ничего не было, все, весь путь вот проходил сам, не у кого было спросить. А вот теперь, например, в группе мы торгуем по определенной стратегии, и вы, когда торгуете в группе, вы должны анализировать, вот почему я даю такой вот сигнал, вы должны анализировать и понимать. И в будущем вы уже сможете зарабатывать сами, я прошел этот путь за 4 года, а вы с помощью группы можете пройти этот путь там за год, за полгода, у кого как. И потом уже сами сможете зарабатывать, вы уже сами сможете анализировать этот рынок. Народ, просто нужен опыт и нужно время. И вы уже будете, не знаю, как Терминатор или как Тони Старк, смотреть на графики, уже определять тенденцию, видеть направление тренда, видеть линии поддержки сопротивления, коридоры. Вы уже все сможете видеть, и не нужно никаких индикаторов, но, народ, нужно время. И дальше вы сможете уйти в свободное плавание, и моя помощь вам уже будет не нужна. Так что первое, народ, это стратегия. Запомните, все трейдеры, все успешные трейдеры зарабатывают на своей одной стратегии. Второе, самое важное. Второе, это лимиты. У вас должны быть лимиты. То есть та сумма, определенная сумма, которую вы наторговали, заработали и ушли с рынка, и ту сумму, которую вы потеряли и ушли с рынка. Ставьте эти лимиты себе на один день. То есть, например, в день у вас цель 30 долларов. Заработали 30 долларов, ушли с рынка. Все, больше не торгуем. Как бы хорошо у вас там. Если все хорошо получается, нужно остановиться. Если слили, например, 100 долларов, тоже ушли с рынка. Я понимаю, хочется эти деньги отбить, но нужно держать себя в рамках, потому что лимиты держат в рамках ваши эмоции. Это самое главное. Поставьте себе лимиты, смотря у кого какой депозит. Третье, народ, это статистика. Нужно вести статистику. Я веду статистику в закрытой группе, веду ее в Excel. Когда сам торгую, я веду эту статистику в блокноте. Так что ведите статистику, потому что с помощью этой статистики вы сможете там анализировать свою торговлю. Например, вы просмотрели статистику за месяц и увидели такую закономерность, что у вас 17 до 18, например, на паре евро-доллар очень хороший результат. Так что отложите, например, там себе все дела и выделите это время конкретно под вашу торговлю. И торгуйте, например, уже в то время. И с помощью статистики вы сможете корректировать немного свою стратегию, вносить какие-то там изменения, улучшать эту стратегию, дорабатывать. Но запомните, стратегия у вас должна быть одна. Так что стратегия, лимиты и статистика. Вот это вот самое-самое важное. И четвертый пункт, это же, конечно же, money management. Без него вообще, народ, никуда. Ставьте всегда на начальную сделку 1-2% от депозита. Больше никогда не грузите. Не гонитесь за какими-то там заоблачными суммами, не разгоняйте депозиты, лучше зарабатывать стабильно, народ. Повторяюсь еще раз, стабильно, например, по 5 долларов в день, да даже по 1 доллару в день, но зато стабильно, чем в день делать там по 50 долларов, а на следующий день проиграть 100. Это у кого-то, например, маленький депозит. Так что, народ, запомните, 1-2% от сделки. Вот почему я советую нормальные депозиты, даже новичкам советую там от 100 долларов. Новички хотят там потестить на 10 долларов, с 10 долларов они сольют. Все, кто у меня в группе с 10 долларов, они говорят, под мою ответственность. Я говорю, ну ты все равно сольешь эти деньги, ну нету смысла. Люди говорят, под мою ответственность. Я хорошо, я принял человека, а человек проиграл деньги. Потом человек может вносить 10 раз по 10 долларов, и он тоже внесет, например, эту сотку. Лучше вносить сотку сразу и стабильно, народ, зарабатывать. Запомните, никуда не гнаться, потихоньку.
но зато стабильно. И вот когда вы торгуете в группе, например, у вас сложится определенное понимание рынка. Когда вы торгуете, вы учитесь, вы не переставайте, например, учиться, читайте финансовую литературу, читайте литературу по саморазвитию, смотрите там какие-то новости, но нужно, народ, развиваться в этом плане. Вы для себя должны четко поставить цель, чего вы хотите, хотите в этом зарабатывать или вы не хотите в этом зарабатывать. Дальше, когда у вас будет опыт, вы будете торговать, вы будете просто уже понимать этот рынок. Для меня это понимание, я же говорю, за 4 года дошло, для вас это понимание может дойти за год, за полгода. Так что, реально, вы должны для себя понимать, когда я начинал, я себе поставил цель. Не получается, я себе сказал, я вот добьюсь и буду зарабатывать на бинарных опционах. И я очень прошел сложный путь, у меня тоже ничего не получалось, много сливал денег, но, народ, я этого добился, потому что я знал, что я вот буду так зарабатывать, на работу я ходить не буду. Я уже тогда для себя это понимал. И вот теперь, наконец-то, все уже отлично. Наконец-то теперь я могу уже путешествовать, я могу летать в любую страну. Но зато я вот прошел этот путь, так что не бойтесь, если у вас в начале тоже вот такие вот проблемы у вас в начале, вы тоже, у вас ничего не получается. И у людей, у которых там не получается, 2 недели говорят, да, все, я кидаю. Народ, у меня 2 года у меня ничего не получалось. И только потом я начал уже как-то уже понимать уже. И уже тогда у меня какой-то стимул появлялся. Я вот тоже все хотел бросить, но нужно вот этот момент пережить. И теперь я уже в шоколаде, могу путешествовать. Люблю свою работу, потому что могу там полететь в другую страну, там открыть ноут, сделать себе там 200 евро в день, и все у меня будет отлично. Так что, народ, вы должны для себя понять, что вам нужно. Так что надеюсь, что это видео реально было для вас полезным. То есть хотел вот все самые основные нюансы сделать в одном видео. Это для вас должно быть какой-то библией. То есть запомните эти 4 правила. Давайте подытожим. Первое – это стратегия. Второе – это лимиты. Третье – это статистика. И четвертое – это money management. Вот это вот, народ, основа основ. Так что все у вас получится, если вы будете придерживаться этих правил. С вами был Рэпер Трейдер. Всем удачной торговли, всем пока!